хочу показать еще одну картину. На предстоящем аукционе мы будем ее представлять. Это картина Татьяны Черных. Называется эта картина «Весна на Урале», 70 на 50, холст масло, 2021 год. Начальная цена аукциона 25 тысяч рублей. Вот. Это было раннее солнышко на Урале. Оно так освещало яростно деревья, ворону греет на веточке и город. Всему достается тепло и свет. Эту картину Татьяна нарисовала на Уктусе. Не могла не пройти мимо этого уголка, в котором сочетаются и река, и небо, и растительность, и живность, и далекий белый город. Наш белый город, в данном случае он как цветок из камня, как пела в свое время художник София Ротару. Да, зачастую бывает, подъезжаешь к нашему городу вот, какие-то дни, когда нет сильного смога. Бывает и смог, к сожалению. А вот когда его нет, город бывает с некоторых... Я вот с Полевского еду, так он просто весь какой-то белый. Из других мест тоже стал весь белым. Изменяется наш город. Вот и художники это тоже подмечают. И они тоже компонуют город в картину. Произведение искусства получается. И оформлено это хорошо. Очень позитивно для любого интерьера. Для оживления интерьера с кусочком города, с кусочком природы. Так что, если что, приходите к нам 28 января. Ждем вас.